Привет, мне нравится ваш кинофестиваль. Мне понравился мульт «Металлический цветок», потому что в нем робот делал металлические цветы, и потом ему прислали обычный цветок, он не знал, что с ним делать. Он завял, и он его выкинул, но когда свет посветил от всех остальных металлических цветов, солнце начало светить на него, и он восстановился. Там очень хорошая графика, и все очень хорошо передали. Потому что он показывает ситуацию. Потому что он прикольный. Ставлю ему 10, спасибо, фестиваль. Из всех вышеперечисленных фильмов мне, скорее всего, больше понравился «Супер Трамп», так как это очень жизненная ситуация. Мне понравилось то, как реализовали этот фильм, то, как было много деталей, анимация была на высоте, хороший фон, сюжет, а также авторская идея показать все не от лица человека, а от лица животного. «Желтая ромашка», потому что это жизненная ситуация, которая столкнулась с грустью девочки. Бабушка и девочка, и бабушка всегда поддерживала девочку в своих начинаниях. И когда бабушка умерла, девочка очень поникла и не хотела ничего делать. И когда бабушка это увидела, она с неба послала ей бабочку, которую она увидела, и потом она ее вырастила, и после этого она очень захотела вернуться в свое дело. Ставлю этому фильму 10 баллов. Спасибо этому фестивалю. Спасибо кинофестивалю. Спасибо фестивалю.